Такое искусство мало где встретишь. Картины, написанные на свитках. Калмыки – единственный народ в Европе, который исповедует буддизм. И раньше в такой технике мастера изображали только буддийские божества. Писать свое имя на работе было нельзя, и поэтому об авторе напоминал только отпечаток ладошки с обратной стороны. На этом полотне Аюка-хан – один из первых ханов калмыкского народа с тех пор, как калмыки перекочевали на территорию Российской империи. Два раза встречался с Петром I, получил от него в награду саблю. Калмыки осуществляли защиту южных рубежей России от всевозможных захватчиков. Участвовали практически во всех войнах, которые вело российское правительство, в том числе и в войне со шведами, в войне с Наполеоном. И калмыцкая конница одной из первых вошла в город Париж. Украшения, картины, различные панно на выставке. Всего около 300 работ. Любимые сюжеты калмыков – история народа. Здесь очень много ярких красок. Особенно преобладают желтые и красные оттенки, цвета степей и солнца. Также много необычных работ. Вот, например, шахматы. Калмыцкие, мусульманские, восточные. Все это ручная работа, вырезанная из кости. Талант мастеров проявляется во всех жанрах. Неожиданно, конечно. Буйство красок и техники интересные. Все здорово, прям сразу такое впечатление. Еще даже вот мы 5 минут походили, и там очень нравится. Нужно походить, посмотреть. Не знали вообще ничего об этой выставке, но вот зашли и увидели, что это скорее что-то загадочное. Такое неопределенное. Несомненно, интересно. Несомненно, уже вот по первым картинам посмотреть есть что. Разный стиль, разные направления. Думаю, да, будет интересно разным людям. Выставка, рассказывающая о культуре калмыкского народа, уже побывала в 10 городах России. В Приволжском федеральном округе Самара стала первой. В галерее «Новое пространство» выставка пробудет до 23 июля. Затем отправится в Казань, Ульяновск и домой в Элисту. Алина Чемерез, Дмитрий Мешканцов. События.